Готовится Алия уже. Вот оценка ее весьма скромная, 12,2. Ну да, во всяком случае, это и не 11, но и не 13, да, ну, конечно, как, да. Какой является средняя примерно оценка, 13,5 под 14 баллов на этом виде многоборья. Безвольно как-то. Падение, да. Как-то безвольно. Она могла хотя бы выставить ногу вперед и хватит. Нет, сразу сопротивление не показала падению. Жалко. Здесь, очевидно, в поворот вошла так, ну, уже. Ну, конечно, ошибка уже была. Осью, поэтому... Надо отметить, что она взялась-то за сложный поворот. Два поворота на одной ноге все-таки, да, это двойной непросто. Винтик такой, это 720. Стоять уже, Алия, дальше. Здесь падать не надо. Ой, ну уже она слишком много потеряла сразу. Теперь они как бы с этой американкой уравнялись в падениях. Та поимела падение, и наша. Но еще американка не выступала. Вот я и сказала, с американкой. Да, да, да. Вот я только их соединяю, там остальные... В любом случае, да, здесь, да-да, конечно, они вдвоем только они конкурентки. Они вдвоем будут решать судьбу первого места. Ой, время-то закончилось уже. Двойной сальто. После сигнала второго уже она сделала соскок. Слышала, ты мне обратил, а второй внимание. Сигнал, судя по всему, это уже минута 30. Я боюсь, что... Времени. Не знаю, если она уже сошла во время этого времени, то, может быть, все в порядке. Я заметила, что она долго стояла. Готовилась, да, обыгрывала. Знаешь, все-таки либо готовилась она вздыхала, вставала, да-да, либо пришлось ей так... Держаться. Ну, вот мне показалось, что только... Видите, как цепляется. Во втором... Прям воистину маникюром. Вы видели, как пытаются ступней обнять прям это бревно? Потому что всем, чем можно, надо держаться. Это такая штука страшная, этот КПП. Под названием бревно. Да, да. Держись, Оксан. Ой, у меня уже имена все перепутали. Алия. Опа! Ну... Вот такой засчитают прыжок, вот этот поворот. Видите, она же ножку перкнула так на... Довернула его весь. Ну, после него упала. Что-то нас...